Наконец-то пошли грибы! Приветствую всех зрителей канала Волчонок Поваренок. С вами мама Олега Елена. Вот какой хороший улов получился у Олега на этот раз. И белые, и серые подберезовички он нашел. Ну, разбирать, конечно, маме. Но тут немного это работы в удовольствие. Что вы делаете с белыми грибами и другими благородными грибами? я предлагаю такой способ. Сейчас я о нем расскажу. Но ну, вот тут показываю вам калину, которую еще набрали мне в огороде. А из калины будет отдельный рецепт. Я тоже делаю свежие, такую выжимку свежую. И для здоровья эта ягода, ну, вообще просто супер. Все расскажу в отдельном ролике. Смотрите, какая она крупная, сочная, красивая. Тут еще айвы немножко положили. Ее можно в чай заваривать, очень вкусно. Вот. Но вернемся к нашим грибам. То есть грибы нужно разобрать. Вот я отложила отдельно это под березовички. Отдельно беленькие очистить, как всегда. Сухая чистка. Порезать на кусочки, промыть и отваривать. Я предлагаю делать так, потому что это самый универсальный способ. А дальше вы уже можете с грибами делать все, что угодно. Когда вы проварите, снимите пенку и буквально ну, 3-4-5 минут проварите. Вот, смотрите, улитку принесли из леса. Какая красота, только она малюсенькая-малюсенькая. Можно их замариновать в банке, пожалуйста, только еще тогда два раза варим по 20 минут, второй раз варим уже с приправами. Просто откинуть на дуршлаг и разложить по пакетам. Это самый лучший способ. Заморозили, а дальше вы уже делаете с ними что хотите. Хотите грибной суп со свежими грибами. Они совершенно как свежие, но только... Ну, вообще прелесть, как будто вот только что собранные. Хотите, жарьте картошку с ними. Хотите, также их отварите еще, положите приправы и замаринуйте. Потому что, когда обычно приходишь из леса очень уставший, некогда, ну, разбирать и так далее. А вы быстренько сварили, 5 минут откинули на дуршлаг. Все остальные процедуры вы можете делать на следующий день. Кто делает так же, ставьте лайк. Всем пока!